Всем привет, с вами Селиванс Екатерина. Я вам покажу, как быстро раскрутить страничку ВКонтакте. Допустим, вы уже добавили каких-то популярных друзей, у которых много друзей, коммерческие странички, и они у вас будут показывать общих друзей из-за этого. Смотрите, вот здесь мы заходим в «Друзья», «Поиск друзей». Дальше видим вот 296, это нормально. Больше 300-400 не рекомендую добавлять. Добавить. Вот она 100% примет заявку. Да? Желательно, чтобы была реальная фотография. Нам нужны женские пользователи. Мужчин не добавляем. Просто какие-то магазины не добавляем. Просто люди, они 100% не отправляют в бан за приглашение в друзья. Вот так мы надобавляли. Также они видят все вот эти коммерческие аккаунты. Они видят, что появились вот в таком же окне общие друзья, вы будете в поиске выходить. Так, здесь можно добавить. В принципе, ногти парикмахеров тоже можно добавлять, они раскручивают твой аккаунт и будут добавлять вас взаимно. Так, здесь добавляем. Кого еще? Жилье не буду я добавлять. Так, какой-то макияж. Вот здесь этот аккаунт можно добавить. Хобби, у кого разные, тоже добавляем. То есть творческих людей. Вот мыло обязательно тоже добавляем. Чай добавляем. Вот этот аккаунт добавляем. Наращивание ресниц я не добавляю. И дальше в день примерно начинает приходить по 100 заявок даже. Может по 200 приходить друзей. Вот друзья уже сами приходят, у которых у нас заявки. Видите, у меня 23 заявки, при том, что сегодня я уже принимала заявок, что 50. Вот общие у нас друзья есть. Они все начинают добавляться сами. Следующие тоже мы принимаем заявку. Вот, показать все. Видите, сколько у меня входящих? 27 уже. Прямо на глазах они появляются. Если вам не нужны мужчины, здесь не добавляем. Вот, принимаем все заявочки для массовки. И получается, вот моя страничка. У меня страничка относительно новая. У меня уже 607 друзей на страничке. Это вообще метод супер. Раньше я использовала группы PR, где там взаимно, да, добавляются, но все странички фейковые, потом они становятся собачками, и в друзьях получаются у нас одни собачки. Поэтому такой метод я уже не использую. Просто находим, у кого много общих друзей и мало подписчиков. И добавляем их всех. И у вас сами будут идти друзья. Надеюсь, видео было вам полезно. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем пока!